За прической и маникюром я иду в салон красоты. С проблемами здоровья в медицинский центр. К юристу понятно зачем. А для решения всех финансовых вопросов у меня тоже есть свой специалист. Подобрать кредит для серьезных покупок. Выбрать инструменты для размещения моих денег. Подобрать пенсионную программу или страховку по беременности. Салон финансовых решений ориентируется только на интересы клиента. Теперь и вы знаете, куда идти.